Традиционно в ноябре во всех детских садах района проходят осенние праздники. Вот и вчера для ребятишек Бличепсинского детского общеобразовательного учреждения номер 4 прошел осенний утренник. Праздник начался в зале с веселой музыки, создавшей праздничное настроение. На дворе пасмурно и холодно, не хватает солнечного тепла, а в музыкальном зале царила теплая доброжелательная атмосфера. Первыми показали свое представление самые маленькие детки из младшей группы. Красавица Осень заглянула в каждую группу, и к большим, и к малым. Никого не оставила без внимания, а дети встречали ее как дорогую гостью, с песнями, танцами, сказками, шутками да прибаутками. Вместе с Осенью дети отправились в увлекательное путешествие в осенний лес и огород. Мишку дети увидали, и как мишки зашагали. Увидали зайчика, запрыгали все мальчики прыг. Закапал дождик тут и там, все убежали по местам. Скрипку, чтоб грустный мотив под ногами звучал. Но мы тебя, осень, встречаем с улыбкой и всех приглашаем в наш праздничный зал. Закружится день под песню дождя, листочек на подноге брови. Такая чудесная эта пора, пристанем опять сюда осень. Как из лета сразу всему не успела я попасть. Так. Ветерком дыхание потянул, и быстрее вечер достает. Пусть полодел пап. Ну, а что? Вот опять жемчеют листья, мелкий дождик моросит с утра. Лето пролетело очень быстро, наступает осень и пора. Дождик, дождик, ты послушай, не ходи босой по лужам. По дорогам бродит осень, холода в котомке носит. Побелее снегом станет, до апреля не растает. Я
На пеньке сидят гурьбой рыжие опята, и по луковкач какой тянет сеть куда-то. Дождь и жухлая трава в сонной чаще ночью, непонятные слова до утра бурмочут. Снова осень у ворот, скоро на зима придет. Вот уеду быть всегда, ни к чему на хода. Если б осень потерялась, чтобы лето нам оставить, чтобы в зиму сразу прыг, за один могли бы мы миг. Ну сейчас я тучи, всю осеннюю листву я с собою заберу. Не хотите осень, дети? Так не быть же ей на свете, будет сразу вам зима, холод, лед, снега и тьма. Что же делать нам, друзья? Нам без осени нельзя. Что случилось осенью? Куда она пропала? После лета жаркого вдруг зима настала. Мы зеленый свой наряд сбросить не успели, как деревья все подряд окутали метели. Очень-очень нам нужно петь площадь, но она нам тихонечко споет природа до весны заснет. Осень ждем, нет, не старей,
теплый труд своих друзей. Ну так песен-то случай, осень в темну приходи. Чуду удивляются.
Все кругом искрится, все переливает. На празднике ребята пели песни, исполняли танцы, играли веселые игры, водили хоровод, отгадывали загадки, рассказывали стихи. А самым ярким и запоминающим эпизодом стал сюрприз – корзина с яблоками от красавицы осени для всех ребят. Спасибо, мои дорогие ребята, что пригласили меня сегодня на праздник осени. За то, что вы красиво пели, танцевали, хочу вас угостить своими дарами. Мероприятие было веселым, ярким и увлекательным. Воспитанники детсада получили много позитивных эмоций.